Ну, вот здесь вот меньше травы. Может быть, лучше будет видно. Вот какой кварц попадает. Ладно, смотрим. Вот это вот халцедончики. Вот этот интересный уже. Дождиком вымыло. Мелочевка такая. Непонятно. Сюда их сложу. С одной стороны, интересно собирать, когда дождь, лучше видно, а с другой стороны, видите, какая погода неудачная. Вот, неплохой.